Не прощаемся, но говорим до свидания. Трамвай «Метелица» закончил тестирование в Самаре. Это первый трехсекционный вагон, который испытывали на прочность в городе с июля прошлого года. Было удивление и восхищение. Был, конечно, вопрос в том плане, что кто будет достоин сесть на такой вагон и как бы управлять этим вагоном. Управление, конечно, отличается. Чудо-трамвай стал настоящим событием не только для сотрудников ТТУ, но и для всех горожан. Многие садились в него из любопытства, чтобы прокатиться на необычном для Самары вагоне. В трамвайно-троллейбусном управлении рассказывают, выручка от продажи билетов в «Метелице» в несколько раз больше, чем в обычном вагоне. Низкий уровень пола, красивый внешний вид, теплая атмосфера и самые удобные сиденья. Это то, за что трамвай полюбился самарцам. И все зафиксировано в специальной книге отзывов. Сюда самарцы могли написать все свои впечатления. Во время испытаний выявились и минусы вагона. В час пик кондукторам трудно передвигаться по салону. Слишком узкий проход между сиденьями. Но производители говорят, что эту проблему решат без труда. В Самаре мы будем предлагать различные варианты планировки пассажирских салонов, расстановки сидений 2 плюс 1 и так далее. Но это мы согласуем уже непосредственно, когда будем выходить на тендер. Самара – второй город после Москвы, где «Метелица» прошла испытание. Пока нигде в России белорусские вагоны не эксплуатируются. В столице трамвай получил приз зрительских симпатий. В самарском ТТУ с выводами не спешат. Сравнить будет с чем. На линию вышел еще один трехсекционный вагон Усть-Катавского завода. И уже на пути в Самару еще одна модель с завода Екатеринбурга. Трехсекционные вагоны тестируются в рамках программы обновления пассажирского транспорта к чемпионату мира по футболу. По итогам испытаний город выберет лучшую модель. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.